1 минута 05:06. Симпатия. Первое место. Полукровный ворот. А второе место Ариэль Блан. Под управлением Батоева с результатом 1:06:02. И третье место Априори. Под управлением Митфа Тхутдинова с результатом 1:06:09. Рожден в частном хозяйстве владелец. Гайгулин. Ну что так-то, да? Так, и прослушайте следующие результаты. Четвертой пришла Гарсия под управлением Расщупкина с результатом 1:10:04. И пятой пришел Санта-Клаус под управлением Зряна